Приветствую подписчиков моего канала и случайных зрителей. Сегодня мы будем испытывать на моем автомобиле вот такую трехуровневую промывку форсунок. Все прекрасно знают вот эту вот марку Lover. И все прекрасно знают, чем эта марка знаменита. Что мы сегодня будем делать? Мы будем прочищать и очищать топливную систему моего автомобиля. Будем заливать в бак вот эти три флакончика. Очень много отзывов и различных видео в интернете. У меня все будет просто. Я просто залью в бак и посмотрю, какой будет эффект. Это очень интересно. Заливается это безобразие на 30-40 литров топлива. У меня сейчас как раз в баке именно столько. Итак, что здесь написано? Состав высокой концентрации, возбежание выпадения в осадок, использовать при температуре окружающей 3 до плюс 30. Залейте в бак перед заправкой. 1, 2, 3 выдержите до израсходования и загорания лампочки. Будем тестить. Следим за видео. Спасибо. У меня наступило очередное ТО, а заказали в интернете вот такой вот интересный фильтр. Мне очень интересно, как он будет работать, потому что я до этого ставил OP587, а вот здесь вот, кто видит название этого фильтра, Kolbensch Schmidt, читал про эту компанию. Мне просто очень интересно, какого качества. Качественно. Краска такая нанесена равномерно. Буквы все читаемые. Единственное, что на русском ничего нет. 26 на полтора. Даже с клапаном. Ну, такой, надо сказать, довольно-таки тяжелый. Проводим очередной эксперимент с фильтрами. Номер фильтра Kolbensch Schmidt 50013854. Кому интересно. Фильтр масляный Mitsubishi. Ну, как вы знаете, Mitsubishi это тоже нам подходит. На наш автомобиль Kia, Mazda, Motors, Mitsubishi, MAN, Bosch. Вот такие вот тут каталожные номера. Вот еще раз показываю каталожный номер Kolbensch Schmidt. Вот такой вот будем ставить фильтр SAT. Кто-то не любит эту компанию, кто-то любит эту компанию. Я решил попробовать у себя именно такой фильтр, потому что, смотрите, видите, он сам вот в этой сеточке. А есть фильтры, которые без этой сеточки. Вот мне почему-то захотелось именно с этой сеточкой взять фильтр. И самое интересное, здесь даже, вот видите, даже есть такая крышечка, которая его прикрывает. Видите, да? Самое интересное, он не сквозной, в отличие от того, какие у нас стоят фильтра. Вот она сеточка. Не позволяет сжиматься бумаги. У нас тот фильтр, который у меня такой из красной бумаги стоит, предыдущий, он без вот этой вот сеточки. Интересно даже. Ну, цена у него 300 или 350 рублей. Кому интересно, это его номер. Вот такой вот номер, фильтр воздушный. SAT. SAT, 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 SAT. Все будем устанавливать. Кто-то ставит виковские фильтры, я вот такие ставлю, FC502S. Нормально ходят от замены до замены, в принципе. Меня это устраивает. Подходит абсолютно к нашему автомобилю. Вот такой вот фильтр. Всем известная марка. Japan Patch. Оригинал. Тут даже есть наклеечка, которую можно прямо сюда наклеить. И не забыть, когда заменил. Но я все равно по сезону меняю. Вместе с маслом меняю топливный фильтр. Это получается раз в полгода примерно. Фильтр. Еще раз FC502S. И вот такое безобразие использую раз в год, 7-минутную промывку двигателя Lover. Это не реклама. Упаковка рассчитана на 4-5 литров масла, но у нас все знают 6,5 литров масла, но этого в принципе достаточно, чтобы промыть нашу систему.
даже вам написано, 7-минутная промывка, люкс лавр. И накладно все равно получается, именно вот летнее ТО у меня самое накладное. Если зимнее я меняю просто масло и топливный фильтр с воздушным, то здесь приходится еще и немножко работать с системой. Синтетическая промывка системы охлаждения. Будем промывать систему в ближайшее время, потому что, ну, лето скоро. Много отложений наверняка у меня в системе. Будем использовать вот эту химию, опять лава. Все здесь написано, какие рекомендации, как промывать, что необходимо делать, какие промежутки. Так что дальше смотрим, буду оценивать, каково оно в использовании. Ну и самая интересная штука, это, конечно, полироль кузова с карнаубским воском. Давным-давно хотел эту полироль попробовать. Она дешевенькая, не так дорого стоит, наносится очень просто. И посмотрим, как эта полироль защищает от брызг, грязи. Тоже следим, будет интересное видео. Кузов и старый, не отполированный, очень много коцок. Но все-таки хочется, чтобы летом он немножко на солнышке блестел. Фильтр топливный, фильтр масляный, фильтр воздушный. Всем спасибо, всем пока, ждем ближайших видео.